Специалисты из Сочи ведут работы по очистке городских канализационных колодцев и труб. В летний период увеличилась нагрузка на работу канализационной системы. Исходя из своих скудных возможностей, работники Гагарского водоканала не осиливают нормализовать работу канализационной системы. И потому руководством района были приглашены специалисты из Сочи со спецтехникой. По словам директора Гагарского водоканала Юрия Цулуки, специалисты из России приступили к очистке более 10 канализационных колодцев и труб общей протяженностью 600 метров. При помощи спецтехники они очищают колодцы и трубы от нанесенного ливнями морскими волнами ила, песка и грязи. Однако не только из-за природных явлений засоряется канализационная система. Во время чистки были замечены многочисленные отходы, брошенные туда людьми. Работы по очистке канализационных колодцев и труб проходят под личным контролем заместителя главы администрации Гагарского района Константина Черикбая и начальника управления городского хозяйства Аслана Айба.